Доброго времени суток, уважаемые коллеги! С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня четверг, 15 апреля. А представляю вашему вниманию торговый план по парам с австралийским и новозеландским долларом. Обе пары находились в фазе коррекции к предыдущему большому росту и в последнее время снижались. Очевидно, дно по этим парам теперь найдено, и сейчас они начали рост. Вероятно, коррекцию можно считать на этом оконченной, и в среднесрочной перспективе можно ожидать новую волну восходящего тренда. Итак, давайте посмотрим подробнее. Ну и вот австралийский доллар продолжил восходящее движение в соответствии с ожидаемым предыдущим сценарием. После попытки скорректироваться до уровня 0.7571, которая не удалась в полной мере, Цена все же нашла поддержку чуть выше после образования базы. Пара начала расти в рамках импульса, достигнув целевую область в нижней границе которой на 0,7734 сейчас, собственно, и торгуется. Очевидно, данное движение только на начальной стадии своего развития и следовало бы ожидать его продолжения к новым локальным максимумам в рамках преобладающего тренда. Так что сценарий с восходящим движением к новой целевой области пока остается актуальным. Ну и вот на актуальном графике данные ожидания все еще требуют своего подтверждения закреплением в текущей ценовой области. Основная поддержка в случае локальной коррекции перед новой волной роста ожидается на уровне 0,7677. В случае прихода цены на этот уровень можно ожидать остановки и последующего отскока с формированием нового восходящего импульса, который нацелится в область между 0,7855 и 0.7894. А вот отмена сценария состоится в случае продолжения снижения и закрепления ниже разворотного уровня на 0.7622. И вот что касается новозеландского доллара. Он также вырос, как и ожидалось в прошлом обзоре. Причем в схожей по своей динамике с австралийским долларом, при этом достигнув целевую область, которую мы обозначали в прошлый раз. При этом локальная коррекция оказалась несколько меньше ожидаемого. Цена нашла поддержку уже на уровне 0,7004 вместо ожидаемой на 0,6962, куда цена так и не прошла. При этом уверенно закрепившись на новом уровне, пара начала развивать восходящий импульс, который уже достиг область между 0,7130 и 0,7177 к настоящему моменту. Восходящий тренд находится в фазе своего активного развития, поэтому вероятность продолжения роста остается крайне высокой. Поэтому сценарий с ростом к новым локальным максимумам остается по-прежнему актуальным. Ну и, наконец, на актуальном графике для продолжения уверенного роста покупателям, вероятно, понадобится для начала прочно закрепиться в текущей ценовой области. Это закрепление может пройти в виде локальной коррекции, где пределом выступает ожидаемая поддержка на уровне 0.7130. В случае отскока от нее пара сможет развить новую волну восходящего движения, которая в свою очередь нацелится в область между 0.7258 и 0.7318. А вот отмена текущего сценария состоится в случае дальнейшего снижения и закрепление ниже разворотного уровня на, на 0.7094. А на сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев. Это был мой обзор по техническому анализу от компании Тикмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.